не буду спорить. Здрасте, к вам можно? Вы не агрессивные? Нет. Это Тайсон. Это кто у вас, питбуль? Нет, спать. Маленький спать. Дай. Иди, знакомься. Ну-ка, ну-ка, Тайсон. Сколько ему? 4,5. Маленький, ничего себе маленький кабанчик. Месяца, 4,5 месяца. Я понимаю, но он уже вон какой. А вы где же? Где живете? Здесь, через дорогу, в 24-м. Чего-то мы вас не встречали раньше. Постоянно здесь. Иди сюда. Что с твоим ухом, пес? Да, иди сюда. Еще слышно. Как звать? Талер. Ага, мне послышал Тайсон. Да. Тут тоже. Тайсон. Ну, да, только он может нечаянно свалить максимум. Привет, вот привет. Вот это небольшой. Это боксер. О, моего друга боксер. Опа, да, вот он вот так вот любитель. Ну, ну ты не бойся, он тебя можем не брызг? Цапнет. Давай, можно. Да, нет? Что-то там не сильно. Тайлер, ну-ка иди сюда, Тайлер. О, собака, да, нужна? Да. Ну что, будем играть? Не, он не будет перетягивать. Не перетягивает, да? Он уже там зубов вообще почти нету. А сколько ему? 9 лет. Да ладно. Ах, какой ты здоровый пес. Он такой большой. А что он добрый такой тогда? Ну, добрый такой он же. Он с собаками всегда так себя вел, да? Это же Тайсон, да. Тайсон? Молодец. Как Тайлер, только Тайсон. А? Как Тайлер, только Тайсон. Да, чуть похоже. Ой. Тайлер, ой. Тайлер, ой. Ну иди сюда, Тайлер. Да, ты такой большой. Обалдеть совсем еще, конечно. О. Не, не, это вот он показывает. Он гоняет от своей шлейки. Да, Тай, получишь сразу. По морде особенно. Это боксер, а ты как хотел. Что, обижает тебя, да, он? Тайсон, что такое? Отдай малышу игруху. Ну вот. Ну, теперь у нас будет Амстафик тут, а то что-то нет таких у нас собак. Есть, почему? Где? Вот у нас тут же есть еще Сэмка на месяц младше нашего. Подрастающий. Тоже амстаф? Черно-белый. Да ладно. Вот, есть еще девочка здесь такая светленькая. А, ее-то мы знаем, да. А это маленького не знаем. Ну, нормально. Ну вот, наш бригада пополняется. Да, пополняется у нас, да. Собачки нормальные. А я себе тоже щеночка хочу еще взять. Чтоб Тайсону весело было, а то он, ему скучно уже одному дома. Блин, ну вы в квартире, да? Да. О. Как он, нормально разносит, наверное? Ну щенки мы, все разносят. Когда это... мы уходим, мы закрываем его в коридоре, мы все двери закрываем. Не в клетке? Нет, не, я против клетки, во-первых. Во-вторых, клетка, она там такая, что мне там треть коридора займет. Тоже зачем? Ну, с одной стороны, клетка я тоже, вот Тайсон у меня без клетки, когда был щенком, был. Ну, конечно, творил делов он там. Но с другой стороны, уходишь на работу, ну как вот его оставить, допустим, он же разнесет квартиру. Если там, конечно, есть место, где там в коридоре, что нельзя ничто сожрать, тогда да. А так вот. Ну, честно говоря, мы переживаем за мебель в коридоре. Да, да. Ну, вот это. Начнет что-нибудь, вот. Если жевать. Пока... Линолеума нету? Не, у нас этот... Ламинат? Ламинат, да. Но мы ему кучу игрушек накупили. Да, да, да. Просто чтобы кучу, нашел чем заняться. Пирога, да. Игрушки, все ему. Пусть лучше, да, игрухи грызет, чем найдет вот. Мебель. Ну, единственное, еще оставляем на всякий случай пеленку, потому что, ну, возможно, у него аварии бывают. Ага. Вот. Ну, приходим, зачастую пеленка в пух просто разлетается. А. Ну, а собачки, ну да, оторваться-то на. Тайс, бегите сюда, малышня. Этот лезет, этот лезет, видишь? Поиграть. О, вам надо познакомиться с нашими друзьями. Сколько ему? 4? 2,5.
А тут, короче, шестимесячный, мы же встречались уже. Став тоже? Нет, эти, бультерьер там Ставом. Метисы. Белый и темный вот такой. О, я к ним не рискнул заходить. Не, они шестимесячные, такие милахи. Мы с ними познакомились, и с ними все гуляют. А мне женщина сказала, вот этот, который... Не-не-не, там... Там, короче, помесь, да? Метисы. Метис, питбуль или амстаф, амстаф с овчаркой. С бультерьером. А, не, это вы про... Нет, там два щеночка. Черный и белый. И те тоже черный и светлый какой-то. Ну там такой взрослый крокодил бегает. У него типа амстафа улыбка. Так это вы не про него говорите. Тот взрослый кобель, это я знаю. Она говорит, а это два щеночка. Одногодки, они с одного гнезда. Вот такого темного окраса, темно-тигрового. Его этот, Люцифер зовут. И белая такая, черно-белая. Девчонка Мейзи. Метисы, амстафы с этим бультерьером. Ну, вот они живут в третьем, часто сюда приходят. Как раз размером вот как этот. Да, вам надо подружиться и будет... Плюс буль, я представляю, бультерьер. Нет, добряки. Пока что они вообще вот такие спокойные. Что будет дальше, я, конечно, не знаю. Ну, надо социализировать его прямо сейчас, чтобы они потом, конечно, на собаках не отрывались. И вам тоже. А у нас постоянно. Он с собаками, социализация постоянно. Здорово, здорово. Тоже, ну дай ты ему. Не обидит, он может только отогнать. Он так просто отгоняет, чтобы он боялся. Он не укусит ни в коем случае. У нас тут недавно тоже пришли сюда к этим двум малышам, а тут был ретривер такой бешеный, постоянно Тайсик облаивал. И тут решили зайти. Пустили, короче, Тайс его погонял, помахались они мальца. Но я был уверен, что Тайс его точно никак не повредит, я за него уверен. И в том был уверен, потому что там такая порода, что он не покусает Тайсона. Как бы, короче, этого на место поставил, без укусов, без ничего. Побегал за ним на площадке, и все, тот утихомирился. А так бы ходили мы постоянно, и он бы нас облаивал. А так вроде бы разобрались, все нормально. Ну да, что к чему. Просто я тоже знаю, если там порода такая обычная, то есть как вот боксеры, они там чуть-чуть подерутся, сами разбегутся. Это... Не амстаф и не питбуль, если они будут драться, там и дырки могут, серьезно. Ну, перестань, все. Ты хорош. Ну все, теперь у нас, да, пополнение. А, еще надо встретить, значит, тут еще один маленький, да, говорите? Только да, попробуй, Далер, только Сэмка, попробуй. Сэм, зовут. Тоже мальчик? Мальчик, да, там такой интересный парень вообще. Но, нет. А это первая у вас собака? Ну, у меня в школьное время были собаки, а тогда первая. Что за породы? Ай, иди сюда, иди сюда. В школе что? Да. Ну, у меня немец, дог были, там у меня постоянно. А тут сейчас вот решили. Да пусть играется. Котёк, все. Может, тебе игрушечку какую-нибудь дать, а? Да есть у него все, он когда где-то собаку увидит. Он вот такой вот спилил, вот такой стал. Рог? Да. А, рога кушает? Нет, Тайс мой такой не кушает. Я не знаю, насколько должны быть зубы прочные. Он так поваляет, повозюкает и не грызет. У нас чувствует вообще. Да? Уже, да, уже от такого, вот от такого он такой остается. Не, мой на такой не способен. Я ему сколько не давал таких жестких всяких этих жвачек, нифига ничего не жует. Что ты от него хочешь? Ой, ты. Господи, какой красавец. Ну а, дай. Успокойся. Да успокойся, ты уже нет. Разыгрался. Сядь, сидеть. Все. А уши купированы у него как средние называются или длинные? Выставочно, там как они называются? Мы показали фотографию. А, вы выбрали. У этого хирурга. Она говорит, ну, мы к ним приехали.
И нам давно понравилась собачка черненькая. Вот приехали, прям фотографию показываем. Вот с такими ушами. Говорим, хотим, вот да? такую вот мы хотим. Она говорит, о, я вам сейчас выведу эту собачку. Да? И она нам принесла, там баба как-то она ее называет, там ей уже много лет. Ага. Там Став тоже? Там только Став, да. Это здесь Зелики? Нет, в Москве есть. Ну, нам, короче говоря, искали-искали мы здесь собаку, не нашли. Еще вот эта пандемия была, как раз середина. Нашли аж в Туле. Вот мне как раз вот такой нравится. А, такой тигровый хотели, да? Да, мне нравится такой. Жене нравился голубой. Вот, но мы голубой решили, не надо. Ну и поехали в Тулу, и она нам там рекомендовала вот хирурга в Москве, там какие-то они, в общем, они... занимаются этими амстафами. А что, в Москве амстафов нету, что ли? Есть, но вот не нашли то, что хотели. А, такого, да, тигрового? И тигровый, и чтобы был возраст, там, ждите там через 3 месяца. Да, да, будет, броня, там, сбронировать надо. Да, а то бас нам присылают месячного, ну, находим. Мы его причем купили, и еще они нам фотоотчеты постоянно там его выращивали. Тайсон, ну поиграй ты с малышом, ты посмотрел, как перед тобой, и так, и сяк. Смотри, как выпрашивает. Тайс, отдай ему игрушку. Отдай, отдай, дай, Тайс. Тайсон, нельзя. А, ему даже игрушки нужны. Ну, Тайс, ну поиграй ты с малышом. Эх. Вам надо этих сюда срочных малышей, да. Надо ему позвонить, но это уже не сегодня. Ну, конечно, что. Они такие классные, вам понравятся. Они как раз его возраста будут играть вместе. Все. Тайс у меня такой, он любит лечь и лежать, не играть. Все, успокойся. Играет только выборочно с собаками. Нет. У него зубки еще молодые, да? Да там что-то лезет, что-то не лезет. Криво, боко, там что-то... Короче, как-то все... Морда какая у тебя. Морда какая. Успокойся, все. Нет, 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 нет. Хвостом как-то. Нет, сказал. Все. Получишь сейчас, понимаешь? Все, успокойся, успокойся. Все. Нет. Да, да, да. Жалко, что мы не взяли эту штуку. Игрушку? Да нет, от комаров, да? Да, а он игрушками, палками играет. Да это бесполезно от комаров. Все, 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 все. Все, успокойся. Успокойся, все. Поиграться мне, поноситься. Ну да. Тут еще щенок лабрадора есть. Видели? Встречались? Тоже маленький, по-моему, тоже 4 месяца. Ему очень нравится. Вот, есть такая, ну она такая, дворянин, скажем так, уже взрослый. Чарли его зовут. Чарли, да. Вот он там носится с ним. Успокойся. Да, короче, сейчас приобретают собак, все больше у нас тут появляется. Ну хорошо. Да, Тайсон? Все, все, а все, то все. Совсем не с кем тут играть. Все, все. Получишь сейчас, сейчас получишь. Тайсон, нельзя. Эй. Нет. Ну хоть ножку, да? Сейчас получишь, не лезь. Тайс, не лезь. Да ладно, пускай, ничего страшного. Это точно не обидит. Ну ты хорош, не играть с тобой, Тайсон. Ну что это такое? Да, они все. Тайсон такой же. Ага, Тайсон. Травоядный. Да? Песик. Поближе, да, к нему. Что-то он, скажи, не хочет со мной. Ну, где твой это, второй? Потерялся. И такие ушки классненькие. Малюсенькие. Да падают, зубы сейчас посыпались, они падать начали уши. А он их не чешет? Чешет. Ну, чешет, бывает, чешет, бывает, не чешет. Собака. Собака. У него еще, он сейчас этот, созревает, у него половое созревание, с ума сходит, блин, как этот, все нормально у тебя там? Эй, все хорошо? Нет, не все. Ну, мы сейчас... Лечим постоянно его, из ветеринара к нему ходим. А что? Что-то съел, похоже, он до сих на пор... На улице? Да, он до сих пор. Все, вот лишай? В пятнах. Нет, это не лишай. А аллергия? Да, какая-то аллергия, там у него какие-то красные. А это я слышал, что в Парке Победы какую-то отраву опять раскидывали. Ну я тоже слышал. Блин. Ничего не подбирает.
Нет, ну, я хороший. Хороший. Вот. На этих, на лечебных кормах сейчас. Плюс. Давай. Блин, ну это плохо, когда собака-то болеть начинает. Ну вот, я говорю, уже 2 месяца мы его лечим. Корма там тоже не всегда найдешь, блин. Вот в Химках нашел я. Сушку ест, да? Сухое, да. А что, не пробуете на натуралку? Ой, да, натуралку это надо. Геморрой, да? Геморрой готовить. Ну и там же сухой, он же сбалансированный. Там все, он витамины, ну, да, получает. Да, дружок? Ну вот я тоже, наверное, будете мучиться. Мы с Тайсоном, я тоже мучился. У него на все была аллергия. И я уже так уставал от этого всего. Ну, вот, я тоже. Вот он вырос, потом у него уже все, как бы иммунитет, что ли, созрел. И аллергия перестала проявляться. А ну, так в детстве тоже мы что только не перепрыгивали. Антибиотики вот уже сколько ест, там еще лекарства какие-то. И корм. От аллергии антибиотики? Ну, чтобы ничего не появлялось? Не знаю, в общем, мне ветеринар. Мы каждый выходный пошли ездим в эту ветеринарку. Не знаю, вот. А с какими вопросами? Что с ним сейчас? Ну, вот эти вот пятна. Они не проходят, что ли, или что? То проходили, потом мы накосячили. Опять появляются? Опять появилось, потому что мы перестали давать антибиотики, думали, закончилось. А потом, когда вот мы шлезли с ним на море, да, прям в машину ехал у нас в багажнике всю дорогу. Вот, вроде как закончилось, но мы прекратили курс. Приехали, здесь рецепт смотрим, а там надо было его 35 дней вести, а мы вели 2 недели всего лишь. Вот, и вот сейчас все по новой у нас пошло. Ну, блин, не знаю, стоит ли антибиотиками. О, Кать, отойди от него. Тичкать. Опять полка пошла. Тайсон, ну где твои друзья-то мелкие? Сюда надо тебе это, Мейзи и... Тайс, куда пошел? Тайлер, иди ко мне. Тайлер. Тайлер. О, пес. Здорово вырастешь, да? Здорово вырастешь, песик. Вкусная палочка. Эй, ты побежал. Тайс, ко мне, ко мне. Тайсон, иди сюда. Ну вот тебе забава, будет с кем дома, да, поиграться. Тебе весело? Тебе весело с ним дома? Да. Вот детям хорошо, да, вот в этом плане. Собаку взять и пускай играется с ней. Тайсон, ты хороший. Это мой зад ловит. Только она его не всегда остановить может. Когда разыграется? Ну да. Воспитание сейчас идет. А эти родители крупненькие? О, да, у нас папа тяж, именно у них есть тяжелый тип. Да, сколько такой он? Медведь. Какого размера? Полки? Он, я не знаю. Ну, у меня есть там, да, она присылала. Вот, а мама, она атлетическая именно. А цвета вот такие же, тигровые? Нет. Мама тигр такая, больше к черному. А папик он белорыжий прям такой. А-а-а. Ну, он такой тоже, выставочник там. Толик зовут. Толик? Его на самом деле зовут Радмир Абдул. Нет, не это. А, Радмир Абдул, даже так? Ну, это этого зовут. А батя там у него какой-то там... Абдул. А почему Абдул-то? Мусульманское, по-моему, какое-то. Ну, что-то, да, не наше. Радмир Абдул. Хасан. Джин Аладдин Абу Али Бансино Катабыч Хусан. А любят же они так называть, да, какими-то длинными такими. Тайс у меня тоже там. Айвенга, Меркурий какой-то, ведь.
Я думаю, какой он, блин, Айвенго Меркури, он у меня Тайсон, и все, он у меня Тайсоном остался. Да, Тайлер, из тебя завело! Давай, Тайс, догоняй Тайлера. Он развязан, значит, да? Да. И что, и как? Уже 7 раз. Башню не срывает? Я тоже думал, что он у меня такой добрый был, я думаю, ну сейчас я его повяжу, будет потом этот, кобелем станет, мужиком. Нет, такой и остался. Мне кажется, это от темперамента, не знаю, может от воспитания. Тихо, у меня первая собака. Мне сравнивать не с чем, поэтому не знаю. Никаких вообще изменений после вязки. Ну, и надо. Единственное то, что он вместе, шире, да? Вот встал уже потом, ближе к 9. После 5 начал он прям реально шире расти. До этого он такой худенький, ну стройненький был. Подтянутый. Потом башка начала расти. Грудь. Сейчас он у него черепуху какая-то. Помоги Тайлеру сводить. А так он, да, многодетный отец у нас. Ну а как? Его надо сводить там что-то раз в 6, да, в году? Как получалось? Вот была подружка, его сводили. Не было, не сводили. Там что-то говорят, что сложно будет. Все, сложно. Ну, если его развязать, то потом надо каждые 3 месяца да, там чё? Его вязать. Да, вязать, ну, вязать. Какой-то, зачем? Ну, чтоб типа башню не срывало ему. А, там, ну, не знаю. Не, если хорошо воспитывать, заниматься, чтобы он слушался, ну, как бы это что-то можно контролировать, эту башню всю. Ну, направлять его энергию в нужное русло. Так, конечно, если из дома выйти, вокруг дома прогулять, он, естественно, при виде собаки будет куда-нибудь кидаться, готов вообще порвать всех. Собаки-то серьезные, с ними гулять побольше надо. Да. Я его делаю крокодильчика сегодня. Я сегодня его за задние ноги взял, а передние идут. А, ну молодец, крокодил, занимайся с ним, да. Пускай лапки себе передние качает. Дома-то он. Хотя на передние лапы лучше нагрузки пока не надо. Дома-то они все слушаются. Да, на улице приводишь, я вон 5-метровую этот беру здесь, как-то еще подтаскиваю к себе. Без поводка, нифига. Балбес, балбес, он еще совсем. Понятно, ну, не убегает же вообще, ну если так идти, отпустить. В основном не убегает. Ну все, нормально. Уходить прямо от него и не ждать, пока он идет, чтобы он там привыкал. Тайсон у меня 3 месяца пешком рядом ходил. Все потом удивлялись, как это так. Некоторые ждут, кричат, вот он пошел куда-то, и за ним бегут. Не надо так делать, лучше идти. Он с поля зрения тебя потеряет, испугается, и в следующий раз будет тебя держать под контролем, чтобы ты никуда не делся. Значит, как бы это... Ну, я так больше переживаю, что он собаку какую-то увидит, ну, подбежит, да. И собака его порвет просто, пока он мелкий. Любая. Таких собак-то нет, которые здоровы. Ну, тут вот немец такой здоровый ходит, мы тоже про него рассказывали. Немецкая овчарка? Да. Какой-то такой... С теткой? С маленькой такой, да? Ну, маленькая, не маленькая, она со стороны. Но они ходят... темный такой немец, прям темный, вот чуть ли не как... Если это тот, ну он там, серьезно, они сюда на ЗКС ходят. Ну, здоровый. И мне вот это вот с ретривером, с которым они тут это, он говорит, он ему, тот, когда был 9-месячный щенок, этому ретриверу уже взрослому шею свернул. Да. Да, они потом ветеринарку повезли, там зашивали что-то, прикинь. Вот там, а теперь они на ЗКС ходят, ну, чтобы заниматься, контролироваться. Ну, там немец, да, серьезно. Серьезно, вот подбежит вот так. Не, ну он спокойно. Вот мы мимо проходим, они мимо ходят, она даже без поводка рядом идет. Ну, если, конечно, кинется, лучше не подкатить. Да. Конечно. Там уже серьезно будет. Ну нет, четко молодец, она занимается, пытается вроде. Один раз случай, наверное, был, а теперь решила это заниматься с ним. Потому что собака-то, конечно, серьезная немецкая овчарка, там туша такая. Тайлер! Ну и будешь тут потом тоже, подрастешь, всех строить будешь. Ой. Всех этих немцев. Ну и как раз будет у тебя эти два друга. Блин, они такие, они очень похожи на этого. Тайлер. Два. Брат-сестра. Нож,
пуля не пошла у них. Бультерьерской морды. Да, все-таки. Глазки вот эти вот крысиные, мелкие, да. Ну, мне все-таки, я раньше, да, не любил вот из-за этого. А когда познакомился с мини-бультерьеркой, это даже какая-то изюминка есть у них. Что-то в этом даже есть. Миники, да. А тут Бася приходит, 8-месячная бультерьер, тигровая. Ну, а, не, она не тигровая, она черная, черно-белая. А, Бася. Девочка, да? Да, они играют. Я как-то их давным-давно видел. Ну, что-то... Такой мужик. Да. Сейчас вот. Давно тоже не встречал. Интересная такая собачка. Вообще. Мини, да, она тоже? Нет, мини. Она не мини. Крупная? А, Макси? Она обычная. Я не знаю, Макси какие-нибудь. По-моему, мини была. Нет, да, она не мини. А он говорил, что у нее там родители там какие-то. Говорит, я аж испугался, когда первый раз увидел. Вот. Тот же, я всегда к ним как-то, ну не знаю, как это, ослик какой-то идет с крысиной такой мордой. А вот ну, там с Баськой, да, с этой понянчился, блин, такая прикольная собачка. Ну вот этих увидите тоже, вам понравится, они спокойные. Ну что потом будет, я не знаю, но сейчас хорошие собачки. Да, интересно даже, кобель с этим, что будут делать они. Тому 6 месяцев, этому 5. Ну они покрупнее, да, наверное? Не, такие же. Ну, конечно, да, чуть-чуть, может, сколько он весит? Там 20. Да, они вот 21-22. Недавно взвешивались, ходили туда. Ну, вот он магазин. 21. Ну... А по размерам они такие же. Может быть, чуть-чуть повыше. Шрам, да, какой-то у него? О, это да, его бурбуля один раз это взял и не отпускал. Там такая рваная рама. Рана была у него. Бурбуль? Где? Ну, такой, блин, 70 килограмм наш. Вон, смотри, он там. Тай, стой, сиди. Вон, видишь? Ого! Шрамик. Это кто его там? Собака. Собака. Нормальная тоже была, до поры до времени гуляли, на площадке ходили спокойно и все. Ну, тут что-то раз у него в башке склинуло и все. Кто-то с работы летит. Тайлер, да? Вот. А, кто их знает? С работы, наверное, кто-нибудь летит. Тайлер, ну давай я подбираю. Нет, не дашь, да? Только дома все исполняют. Здесь не тебя. Этот маленький мне прикусил кожу 2 раза. Вот этот? Ах ты хулиган. Надо его поймать. Вот Зар... один, вот 2. Ну это там ничего нет. Это, наверное, комарик тебя укусил. Нет. Ага, комар. Комар только такой. Тигровый, да? Да. Стафарширский. Стафарширский комарик. Да, то есть. Смотри, как сейчас будет. Давай, палочку жуй, Тайс. Жуй палочку. Ой, сколько комаров на тебе, Тайс. Он не совсем дикие какие-то комары пошли.